Василис Драгуш остался без ног после гангрены. 3 года он прикован к постели и очень нуждался в коляске. Обращения в разные инстанции не принесли результат. Вы обращались за помощью куда-то? Обращался, но сказали, что ниоткуда. Большая очередь. Сказали, что очередь. Промолчал и я, и все. Председатель районной ассоциации инвалидов встретилась с господином Драгушем в больнице, куда пришла навестить мужа. Случайно увидела в палате. Заметила, что нуждается в помощи. Он рассказал, что 3 года обращался, ждал в очереди. Мы на данный момент имеем коляски. И в течение часа мы привезли ему коляску. Очень удобно и хорошее. Большое спасибо. Несмотря на такие позитивные моменты, в обществе считают, что люди с ограниченными возможностями сталкиваются с большими трудностями в повседневной жизни. Да, дискриминация, да. Да, считаю, что дискриминированы. Вот, например, тот магазин. Я считаю, что туда человек с ограниченными возможностями не сможет войти. Должны помогать и государству, и организации, подбадривать. Если они не будут ничего делать, то это неправильно. В этом году ассоциация инвалидов района Флорешт передала в дар 56 инвалидных колясок нуждающимся жителям района.